Эх, какого черта? Куда я попал? Эта штука телепортировала меня куда-то. Что это все такое? Большая ручка и тетради? О нет. Похоже, это какой-то мир гигантов. Надо сваливать отсюда. Телепортейшн! Уроды, вы убили одного моего друга, расплавив его мясо, кожу, мышцы, в общем, до костей, а другого ранили в живот. Да как вы смеете? Да, мы убьем и тебя тоже. Ха-ха, ты вообще какой-то странный, как будто не из этого мира. А, что, еще один мир? Чего? Ты кто такой? Да, кто ты вообще такой? Я Умарак. И вы мне не нравитесь. Что здесь происходит, черт возьми? Да! Как ты посмел вмешаться? Я сейчас расплавлю тебя! Ты... что ты со мной сделал? Моя рука и нога. Кто ты такой? Ты не похож на нас. Просто я не из этого мира. Спасибо тебе, что спас. Ты, кстати, очень огромный и стоишь по-странному. Да, вы для меня тоже кажетесь странными. Ладно, мне пора уходить, дальше вы тут сами разбирайтесь. Ваши проблемы меня никак не волнуют. Телепортейшн! Чего сейчас произошло? Я ничего не видел, а только слышал. Да забудь. Думаю, мы победили. Хотя нет, остался еще тут дракон. Ладно, с ним, я думаю, я смогу справиться. Blood, flesh, and souls are offered to the gods amidst deathly chants. Что? Зачем я говорю это? Кто это? Что происходит? Ё-моё. О! Он что, офигел? Получай! О, хороший меч, почти как мой. Куда это я попал? Ха-ха, он взлетел. Да уж, здорово. О, ещё один раунд. На тебе! Вау! Странно, здесь все поддается, и все удары более-менее одинаковые, это странно. Получай, я разнесу тебя на куски, кто бы ты ни был. Да, да! Получай! Жалкий червяк, на! Умри! Никто не остановит Умарака на пути его цели. Получай. Да, это я так его выкинул. И что? Что дальше? Souls collide, chaos erupts.
Что, опять я это сказал? Божечки мой, что это за громила? Так, я справлюсь с ним. Да, тихо ты! Нифига себе, он носится, получай! Надо захватить его... Ау, да ты... Я умрак! Не проиграю какому-то жердяю. Хотя, блин, он не жирный, он просто огромный. На! Ха. Но даже он ничто по сравнению с хранителем артефактов, так что... Пережил битву с ним, пережил и эту. Вот так вот. Хочет ударить меня, да не получается, да? На! Как тяжело драться в этих физических законах этого мира. Это же... Ау! Ужас какой-то! Да ты издеваешься, что ли? Получай! Вот так вот! Какие-то они все слабые. На тебе. Что, что? Давай, давай! Мне осталось всего пару ударов. Давай, сделай хоть что-нибудь. Эй, аккуратней! Как? Как он снес столько жизней? На тебе! Почему не... Так, ладно. Попробую еще раз. Получай, получай. Мои рога разнесут тебя. О, господи, в этом мире у меня второй рог. Как приятно чувствовать его снова. Да, чё ты стоишь, идиот? Вот так. Ха-ха. Умри. Ого, я даже сломал что-то. Не знаю. Тихо, тихо. Я не хочу упасть, как тот. Предыдущей битве. Что? Я думал, не ударит лежачего. Понятно. Здесь все по-другому. Ладно. Теперь я очень зол. Получай. Вот так вот. Ну и пора тебя прикончить полностью. Бум! Ого! Вот это сила в этом мире! Ха-ха! Прекрасно! О, даже повтор! Конь? Почему конь? Ну ладно, это не важно. Ау, их уже повязали. Надо сваливать. А ты кто еще такой? Я Тихантер, обладатель маски динозавра. Я охочусь на разных животноподобных биоников. И на вас не наплевать, поэтому я сваливаю. А сбой, это, поступил звонок о том, что надо поймать какого-то вора. Двигается по мосту. Чего? Хорошо, я отправляюсь, потому что ты наверняка не поедешь, да? Конечно, Леша, ног-то нормальных нет. Понятно. Ну, ладно, я пошел. А, где я? Опять? А, что? А где артефакт? Так, надо найти его. Думаю, он неподалеку. Надо быстрее, пока какой-нибудь дебил не схватил его. Этот мир похож на мой обычный, но при этом другая локация. Странно. Надеюсь, здесь все нормально. А, мое новое творение. Чего-то ему не хватает. Да, так. Это идеал. Полные пропорции. Физиономия. Экстреминантус. А, глазок, мазок. Изучи предмет. На взгляд привлекательный, а на вкус тоже. А, красный мне всегда нравился. Может, познакомимся поближе, дорогая? А что это такое? Ну, по виду ты красива, значит, ты точно дорогая. Продам тебя на аукционе и заработаю кучу денег, плюс нормальная женщина, а ты вообще противная. А, сэр, я понял, это...
Это какой-то аппарат для перемещения во вселенной. Как я об этом догадался? У меня просто хорошая интуиция. И хороший навык ломания четвертой стены. А? Что? Аппарат для перемещения во времени, как ты говоришь? Я могу стать с ним настолько сильным, что буду сильнее сам себя из будущего. Ха! Звучит глупо, но я просто такой раз. Эй! Откуда у тебя мой артефакт? А ну верни его быстро. Ты какашка с носом. Что? Я его сам нашел, значит, оно мое. Нет, это принадлежит мне. Оно просто упало. И, по сути, оно на землю-то не падало, так что оно не упало, оно не пропало, оно не твое. Отдавай! А, раз так... Да, так! А, тогда... Мое величайшее творение — чума. И мое не менее величайшее творение — гляд. Ну что, повеселимся? Что? Ну что, вот ты и попался. Как вы здесь оказались? Неважно, сейчас твоя жизнь кончится. Посмотрим. Да, я вернул себе артефакт. Пора уходить отсюда. Нет. Только не это. Прощай. Телепотешн. Я с тобой. Куда ты? Эй, вы уроды, какого черта вы за мной вязались? Да. Тогда я убью вас. Нет. Ладно, пора заканчивать и с тобой. Ха-ха, вот ты попал. Я отрежу твою тупую черепушку. Последние слова... Нани? У моего Мушиндыру. Пора отправить их в их мир. И зачем я дворец сказал «их» не знаю.